Всем привет! Пришла посылочка «Ивановский трикотаж». Я заказала на этот раз в основном домашнюю одежду и белье. Постельное, полотенчики. Заказываю все трикотажное. Я люблю хлопок. И одежду я сейчас заказываю 52 размера, потому что я то худею, то поправляюсь. Но даже если я худею, 52 размер на мне прекрасно сидит. И я вообще люблю, когда домашняя одежда, она свободная, нигде не прилегает, нигде не жмет. Пусть она даже будет великовата, и пусть она на мне лучше висит, чем где-то что-то жмет. Кстати, на мне сейчас туника, тоже из ивановского трикотажа, которую я заказывала раньше. Очень мягкая и нежная. Очень приятная ткань, за это я люблю вообще трикотажные вещи. Ну и потом на синтетику у меня аллергия, я уже говорила это в предыдущих своих видео. Ну, начнем тогда рассматривать, что я заказала. Первое, я заказала вот такую вот туничку, вот с таким вот цветочком, розочка называется. Очень мягенькая, трикотажная. Здесь у нее кармашки внутренние есть. Небольшие разрезики по бокам. И очень мягкий такой приятный трикотаж. Это вот все для дома, носить дома. При том, что часть одежды я забираю к дочке и ношу и у нее там. Что-то у меня здесь, что-то у нее там, в чем-то я снимаюсь, мне нужно разнообразие. Ну вот такая вот туничка. Туничка-розочка стоит 462 рубля. Я ее одену, вы посмотрите, как она на мне сидит. Следующая туничка называется «Калибри». Здесь «Калибри» нарисовано. Стоит 476 рублей. Ну, а по фасону примерно они похожи. Только здесь нет уже рукава, который нашивной. Здесь просто идет, как безрукавка идет. Но только немножечко рукавчик идет. Такой короткий рукав, можно сказать. Также идет с внутренним кармашком. Разрезиков нету по бокам. В общем, я ее одену, и вы посмотрите ее на мне. Ну, еще я люблю разнообразие футболок и люблю разных цветов. Мне очень нравится вот такой ментоловый цвет. Вот эта вот футболочка с таким оригинальным рисуночком. Так как сейчас лето, я заказывала все с коротким рукавом или без рукава. В общем, чем меньше рукава, тем лучше, чтобы тело дышало. Ну, и такие яркие раскрасочки мне нравятся, в общем, освежают. Футболочка эта стоит 301 рубль, но очень такая мягенькая, очень приятная. Футболочка обычная, 52 размер.
А еще я люблю, очень люблю сарафанчики или, значит, или сорочки, или сарафанчики, или сорочки для дома ходить вот с такими вот бретелечками. Когда вообще жара, я сплит включаю только тогда, когда уже просто вообще дышать не могу. А утром пока еще не очень жарко, в общем-то, я открываю дверь, окно и на сквознячке люблю ходить. Но вообще по жаре вот люблю по дому ходить в таких вот сорочках и вот с такими бретелечками. Но, к сожалению, вот, в общем, мало попадается таких сорочек. Я бы их вообще набрала бы много всяких разных. Именно вот на таких бретелечках. Она обычная, рисунок обычный, просто звездочка на белом фоне. Дальше она идет обшитая внизу, обверложенная внизу. Вот так идет. То есть тут минимум швов. И все. И в ней можно и по дому ходить, в ней можно спать. В общем, такая вот простенькая, обычная, хорошенькая такая вот сорочка. И стоит она недорого. Стоит 224 рубля. И там есть еще другие цвета, разных цветов. Разных расцветочек есть. А вот эта туника мне очень нравится. Она стильная. Здесь вот такие швы по бокам. С коротким рукавом. И красивый такой современный молодежный рисуночек. Вот девочка нарисована здесь. В общем, такая вот симпатичная, молодежная, в общем, туника. Вообще мне нравятся яркие цвета, ярко-желтый, ментоловый, такой ярко-голубой, розовый. Ну, такие цвета люблю, они всегда освежают, радуют глаз и поднимают настроение. Эта туничка стоит 420 рублей. Ну, для такой вот классной тунички, в общем-то, и недорого, мне кажется. Приятная такая ткань, очень хорошая, приятная на теле. В ней можно и гулять. По дому ходить, вот куда угодно. Еще одна туничка ментолового цвет, приятный такой цвет, тоже свеженький, с таким вот оригинальным рисуночком. Тут лицо, как бы лицо нарисовано, да, видно губы, глаз там, вот. А так сзади она однотонная. Ну и также у нее нету пришитого рукава, рукавчик коротенький, немножечко ниже плечика идет. Дальше идет карман внутренний, разреза нету. Внизу обстрочено желтой ниткой. В общем, для красоты. Ну, везде вот оверложена, как декорация, такая желтая ниточка. И стоит она 322 рубля. В общем, недорого даже стоит. Но тоже очень приятно вот в такой туничке ходить по дому. Мне нравится. Сейчас одену и посмотрите.
Еще вот такую сорочку заказала. Тоже женская сорочка, горох на розовом. Она вот простого покроя. И стоит она тоже недорого. 290 рублей. Тоже вот для дома. Можно спать в ней, можно по дому ходить. Ну, в общем, то, что я люблю как раз. Такой нежный розовый цвет. А еще я заказала вот такой вот домашний сарафанчик. Горох на розовом называется. И он на завязочках. Вот я очень люблю на завязочках. Почему? Потому что бывает, хочется там ниже опустить, если жарко. Можно выше опустить, но в любом случае можно подогнать, чтобы вот здесь вот вырез был, кому нравится выше, кому нравится ниже. И, в общем, на завязочках у меня уже один сарафанчик есть, он уже такой старенький, выцветший, и я никак не могу с ним распрощаться. Но теперь у меня есть чем заменить его. А внизу такой вот как идет, как воланчик. Тоже. Ну, посмотрим, как он будет сидеть на мне. Стоит он 479 рублей. Красота, правда? И цвет розовый приятный. Вообще, я вот выбрала на этот раз, мне очень нравится. Я прям смотрю, у меня лежит гора белья, и все такое разноцветное. Кстати, здесь он однотонный розовый, а сзади он, видите, идет горох. Полностью горох на розовом. А вот уже впереди здесь идет разные такие вот рисуночки. Разный вот такой принт. Смотрите, какое буйство красок вообще. Разные такие вот цвета. Из одежды это все. Теперь посмотрим, что еще я заказала из полотенчиков. Китайское полотенчико 50 на 90. Я заказывала и Узбекистан, и Казахстан полотенца. Но китайские мне нравятся. Здесь набивочка такая. Они нежные. В общем, заказываю разные. Для разных случаев разные полотенца. Немножечко вот такой вот рисуночек сбоку. Но 50 на 90 вот такой вот нежно-розовый цвет. На одной стороне цветочки. Очень такое приятное. Ой, какое нежное полотенце. И поменьше полотенчика из Узбекистана заказала. Меньше размер. Здесь идет 40 на 70 размер. Ну, такое полотенце я люблю вот для рук, там для ног. У них вот такой идет орнамент. Вот заказала голубенькое. Розовое у меня есть для головы. Вот такое только побольше. Ну, будет голубенькое теперь еще. А еще, девочки, я заказала полотенчики для
ног, вернее, они в ванную для ног, постелить их под ноги. И в этих, на этих полотенчиках нарисованы ножки. Сейчас я покажу. Ну, я заказала розовое дочке, я ей уже отдала. Голубое – это сыну. А персик – это мне подходит. Полотенце набитое с двух сторон. Набивка плотная. Здесь нарисованы ножки. И вот это полотенце просто для ног, как раз вот такое плотное, хорошее полотенчико. И как раз вот мне такое нужно было. Ну, цена недорогая, стоит всего 153 рубля. И поэтому я заказала на подарок и дочке, и сыну. Второе полотенце я не буду открывать, потому что, ну, у него такая вот расцветочка голубая. В общем, оно точно такое же, как и это. Еще я заказала двухспальное постельное белье. Это Бяс. Постельное белье я уже дарила дочке и себе уже покупала. А сейчас вот это я взяла на подарок сыну. Мы недавно отметили 5-летие супружеской жизни. Поэтому вот это вот сыну невестки я хочу подарить. Но открывать не буду. Расцветка вам ясна. Постельное белье. Бяс — это 100% хлопок. Могу сказать вам размеры. Здесь идет пододеяльник 175 на 215 сантиметров, простыня 195 на 220 сантиметров и две наволочки 70 на 70. Ну и вот такой вот нейтральной расцветки, это голубой. В общем, неброской такой расцветочки. Ну вот и все. Я показала вам все свои покупочки. Покупочками я довольна, мне все нравится. Разнообразие одежды, разнообразие постельного белья, полотенчиков. Теперь есть разнообразие. Кому понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока.